Всем привет, я Надежда Румянцева, это Clutch TV, проект «Только спросить». Недавно в Госдуме запретили придумывать детям странные имена. А какие имена называются странными? Пойдемте узнаем у костромичей. Арднаскела. Ашам. Ашас. Кагло. В голове, наверное, что-то не должно быть не так. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Настя. А тебя? Маша. Галина Михайловна. Ольга. Александр. А вы знаете, как придумать странное имя? К сожалению, нет. С друзьями? Не знаю. Не знаю даже. Это в голове, наверное, что-то не должно быть не так. Как ваше имя будет наоборот, если прочитать? Саша. Да. Нет, Саша. Ашас. Яцан. Яцан. Ашам. Агилок. Аглилок. Агло. Арднаскела. Я знаю, что мое краткое имя будет Едан, а ваше я забыла уже как. Давайте знакомиться. Ашас. Спасибо большое. Мы сегодня придумали несколько странных имен. А какие имена считаете странными вы? Пишите в комментарии. А это был Clutch TV. Пока-пока.